Итак, дорогие друзья, это у нас уже вторая серия Son of the Forest. Продолжаем проходить этот хоррор новый, который вышел совсем недавно в Стиме. Вот, я выяснил вчера, я не знал, в общем, как, подождите, сохраниться. Вот, и оказывается, для того, чтобы сохраняться, нужно сначала построить убежище, типа палатку, там что-то такое. Из палок, вот. Поэтому мы сейчас вернемся, наверное, обратно на пляж и будем мудрить с убежищем. А дальше, я не знаю, что. Или дальше где-нибудь построим убежище. Если у нас будут какие-то материалы, из чего строить, я не знаю, есть ли здесь. Нам надо палок набрать, потому что я сейчас от пляжа отошел. Как бы. Это что такое? Это был. Ау! Опять это чудовище. Его ты убить тебя можно или нет? Сыри, погнал. Так, пойдем, будем, в общем, учиться строить. Это кто такой? Впервые вижу. Сыри, как шарится по деревьям. Слышь? Ты что, агрессор или что, я не понял? Это кто? А что у него с глазами? Так, ладно, пока они не трогают нас, мы не трогаем их. Потому что не знаю, что там будет. Пошли, в общем, строить палатку. Сейчас надо найти немножко этих материалов для постройки. Я уже здесь залутал все, что у меня было. А, палку, то есть я могу просто подбирать точно. О, отлично. Палку можно просто подобрать и все. Камень. И что с ними происходит здесь? Вы кто такие? Так, давай палок наберем туда. И будем потом строить убежище. Чтобы можно было сохраняться хотя бы спокойно, выходить из игры. Все вот это вот все. Так, я еще таймер забыл поставить. Это что у нас здесь такое? Ага. Окей. Здесь я вроде как все залутал. Здесь камни. Рыба дохлая. Еще камни. Ну, вот, тогда строю, короче, палатку. Я не знаю, можно ли ее забирать с собой или... Или что там делать? Безопасно ли здесь разбивать лагерь? О, она кромсает меня, смотри. А убить тебя можно? Капец, он живучий. Блин, так тяжело попадать на него. Ему и стрель по барабану вообще. А не, сдох. Да? Чё он так долго помирает, ё-моё? А зачем он нам? Не знаю, зачем я это сделал. Понять, типа, выкинуть. И что дальше? Разделывать его нельзя. Ну, типа, валяется и все. Ну, ладно. Так, надо построить убежище. Где мы будем строить? Сейчас надо посмотреть. Давайте разбираться. Так, у меня есть вот это. Брезент. Окей. Здесь нельзя строить. Надо выбрать место, типа, да? Окей.
Что дальше? А что мы можем ему поручать? Возьми, построй костер, сделай перерыв, очисти, возьми предмет, иди за мной, возьми палки, построй костер. Это все типа? Убери укрытие. А, построй укрытие. Тоже положила люди. А я могу это забирать, типа, мне это надо? Так, а что мне с палкой делать? Подожди, окей. Ну, давай. Вот. Так, все. Это типа наше укрытие. А можно забирать потом эту фольгу, вот эту вот, или что это? Или она здесь еще в достатке, или нет? Неужели нет, использовали? Изготовьте копье. У меня две палки есть. Или нет? А, нам две палки надо. У меня палок не хватает. Так получается. Изолента у меня... Скотч есть. Нож есть. Мне нужны палки. У меня нет палок. Подожди, вот палка. Палка. Так. Что значит это-то? Ну, вот же палки. А что там выбрать, объединить? А, вот надо положить вот так вот. Надо вот так сделать. Все. И нажимаем еще объединить. Не финтасовый, что вообще. Но что-то мы портить не будем. Копье у нас есть. А вот можно... У, сохраняться. Смотри. Точно, новое сохранение. Все, сохранились. А еще раз. Заменить текущее сохранение. Отлично. Мы научились с вами сохраняться. Наконец-то. Изготовили копье. Так. Это типа переночевать. А мы можем как-то это забрать? Разобрать это можно, интересно? А он кидает его? Нормально. Так, а как спрятать? Подожди. Где спрятать? Дальше что у нас там? Ну это понятно. А как его забирать обратно? Я могу его забрать или нет? Или я типа его здесь поставил и все, я могу дальше идти. Переночевать типа я. Так, понятно. Ночь. Еще раз можно это сделать? Окей. Так, утро. Я так понимаю, забирать это нельзя. Вы испытываете жажду, вы голодны. Мне нужна вода. А где воду брать? Эту пить я не могу, это... Это вода... Морская. Она соленая. А где мне воду брать? Это что такое? Смола для 3D принтера. У меня воды с собой нет? Так, граната есть, рюкзак. Добавить предметы. Ага. А. Удалить. Ясно.
А как жажду утолить? Это пить можно? Это пить нельзя. Спрячь копье, пожалуйста, пошли. Да не. Где там? Можно спрятать копье? Не, это чертеж достает. Ладно. Ладно, погнали. Воду, я так понимаю, можно... Надо поесть что-нибудь. Ягод найти каких-то. Давайте ягод найдем. Блин, тут еще есть. Пить надо. А где мне что найти? Так. Вот. Окей, вы голодны. А жажду утолили. Этим же можно и жажду утолить. Хорошо. Окей. Вы голодны. А что мне поесть? Мне надо оленя какого-то заловить. Ягоды. И мне за это постоянно надо будет, короче, бегать. А как лечиться? Не смотрю, у меня хп не особо там и восстановились. Семена... Кто? Белка! Кажется, да? О, убежала? А почему она не сдохла? Капец, вы голодны. Мне надо какого-то оленя найти. Так. О! Что он делает? А что это? А он с мотором? Это типа оружие у него лишь это? Капец. Кадр. А здесь что? Парочка скелетов лежит. О, еще. Есть контакт. Тихо. В инвентаре доступна новая инструкция для изготовления изделий. Окей. Что это? А я могу пить эту воду? Так, мне поесть надо. У меня... Надо еду искать. Срочно, где? Но где? Стоять. Капец, еды катастрофически не хватает. А, во-во! Цветочки ешь, короче, восстанавливается этот. Типа еда. Давайте еще вот это попробуем. Ягоды жажду восстанавливают. Все, че этот? Вы голодны. Цветочки. Вот эти, короче, есть можно. Все. Кажется так. Да. Точно. Все, вы голодны, исчезла. Семечко с морожкой коллекция. Окей. Еще поедим. А можно хп как-то восстанавливать? Капец, съедобные цветы. И вот это бы я ходил бы по всему лесу, ел бы что ни попадя. Уже бы копыта отбросил. Реально отравиться можно чем-то. Палки. Давайте сейчас наедимся до отвалу. Еще палка, еще дрючок. Короче, дрючки можно в лесу собирать, не только на берегу там валяются. Это булыжник. Еще палка. Капец, у меня уже этих палок. Хоть отбавляй. Так, вот эта капелька у нас пополняется. Это мы когда вот это вот ягоды едим. То есть это у нас жажда пополняется.
А для того, чтобы еду пополнять, это у нас, короче, надо цветы есть. Интересно, здесь где есть где-то поле цветов, там что такое? Чтоб ты зашел, сразу наелся и все, типа. Давайте еще здесь посмотрим. Я смотрю, цветы здесь реже встречаются, чем те же ягоды. Ягод полно просто прям. Немерено. А цветов как-то маловато. Так, вот, еда пополняется, точно, давай. Цветочки нашли, все, можно есть. Вот еще, давай. Окей. Есть контакт. Где еще? Вот еще. Они, интересно, восполняются запасы этих цветов? Типа, отрастают обратно? Так, а как нам ХП восстанавливать? Что нам делать для этого надо? Я еще пока не очень понял. Наверное, тоже какие-то растения интересные надо искать, чтобы пополнять здоровье. Так, воды у нас достаточно. Мы напились. Надо еще наесться. До отвала. Так, чтоб пока не хотелось. Так, вон там что такое? Кусты какие-то красные. Круль, на тебя охотиться можно? Интересно. Убежал. Ладно. Какие-то красные кусты вон. Может, там можно поесть? Не, нельзя есть. Просто кусты. Точнее, деревья даже, да? А где еще съедобные растения? Вот, ромашка какая-то. Так, уже почти наелись. Еще чуть-чуть осталось. Я не знаю, надо ли полностью восстанавливать, или можно типа так ходить. Хотя, оно, вон, вода тоже заканчивается. Значит, в принципе, достаточно просто до определенного момента наесться, и потом уже, короче, этот... двигаться. Ну, постоянно вот так грызть, конечно, это не очень удобно. Я не знаю, у нас уже палок миллион. Так, это куда мы идем сейчас? Это у нас, он на карте что-то показывается, я не знаю, там, наверное... Что-то надо сделать, задание какое-то. Так, вон цветы еще есть. Есть контакт, окей. Поели. Попили. Надо будет палатку еще сварганить. Это уже потом, когда придем на место. Здесь, короче, надо искать нычки. Возможно, где-то что-то лежит, мне кажется. 100%. Так, мы сейчас наелись, напились. Пошли искать, осматривать местность. Здесь по-любому где-то что-то есть. Это гром, походу, да? Да, дождь начался. Ничего нет? Окей. Надо искать всякие ништяки, может, нам здесь положили где-то. А то вдруг... запчасти для новой палатки. Просто я так смотрю, что брезент, походу, нам придется все-таки находить, потому что, ну, мы один это расходовали, и нам типа и все, и другого у нас нет. Так, там не ничего, вроде ничего нет. Капец выживал его. А где мой кадр? Бегай за мной. Алло.
Я не понял, куда он делся? А, вон он там остался. Он на карте синеньким отмечен. К. А где ты застрял? Слушай? А, вон он. Эй, пошли. Это мы обратно пришли почти на пляж к себе. Надо здесь немножко местность изучить. Сейчас пойдем, короче, этот... сохранимся тогда. Нам, походу, поспать уже надо. Он у нас уже мигает, типа мы устали. Фу. Я не знаю, как-то... Мало времени, ни на что не хватает. То есть у нас уже персонаж хочет спать. А тут всего на минут 20 мы ходим. Ну это типа нереалистично. Я бы так целый день ходил. А он уже спать хочет. Ну и твой есть, он тоже как бы это. Я не понял, у нас инвентарь что? Бездонный? Мы набираем и набираем всего. В инвентаре доступно несколько инструкций для изготовления. Окей. Ага, вот можно переключать размер, масштабировать карту в навигаторе колесиком мыши. Средняя кнопка у нас получается. Так, я здесь уже, кажется, был, да? А, да, там я там предметы нашел. Если здесь лежат предметы, значит, где-то, наверное, еще есть что-то. Надо просто осмотреться. Скорее всего, могли что-то еще спрятать. Для нас. Все, палка. Так. Там птица какая-то летит. Здесь ничего нет. А здесь... А, ягоды. Да. Ну пошли тогда этот самый, отдохнем. Но у нас здесь пещера вот здесь рядом есть. Там по-любому что-то есть, она была закрыта. Череп. А зачем нам череп? Череп коллектед. Окей. Так, у нас садится это получается на этот. Так, мне не нравится эта музыка, что она так типа... Там по-любому что-то страшное. Поэтому надо перед этим сначала пойти сохраниться, если мы собрались туда заходить. Так, что самое главное, мы научились строить палатку и теперь знаем, как сохраняться. Запомните, что без палатки вы не сможете сохраняться в игре. Здесь обязательно это нужно делать. Так, еще раз сохранимся. Новое сохранение, окей. Приляжем тогда, поспим. О, ночь вообще, ёлка-палка. А как фонарик активировать? Есть такое? Вообще ничего не видно. Ну как, темно, ну правда. Прикольно. Еще подождать? Давайте подождем. Все, так-то лучше. Есть теперь хочется, воды хочется, всего хочется. Опять придется, короче, наедаться. Ладно тогда, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте видео, делайте репосты в соцсетях. Я эту серию заканчиваю, мы с вами здесь уже научились кое-чему, поэтому будем изучать игру дальше и учиться выживать в этом интересном и загадочном мире. Всем пока!